Кашель, насморк, боли в горле – все это опасные симптомы лор-заболеваний, которые при несвоевременном лечении переходят в хроническую форму и приводят к серьезным поражениям различных систем организма – суставов, сердца, лимфатической системы. Именно поэтому обратиться к врачу необходимо даже при малейших признаках недомогания. В нашем центре работают высококвалифицированные и опытные специалисты – врачи высшей категории, которые проводят диагностику и лечение заболеваний лор-органов как у детей, так и у взрослых. Посетить врача-отоларинголога нужно как можно скорее при наличии шума в ушах, снижении слуха, затяжном насморке или кашле. В нашем центре проводятся процедуры по восстановлению носового дыхания, лечение гайморита, ларингита, фарингита, острого и хронического тонзиллита, ринита, отитов, синуситов. Также выполняются промывание и лечение патологии миндалин, удаление серных пробок, полипов в носу. Мы оказываем экстренную помощь при травмах, острых состояниях, в том числе при потере голоса или слуха. Лечение проводится как консервативными методами, так и с использованием безопасных, эффективных хирургических методик. Отделение оториноларингологии оснащено новейшим инновационным оборудованием от ведущего немецкого производителя Heinemann, которая наряду с высоким профессионализмом врачей и индивидуальной тактикой ведения гарантирует высокую эффективность проводимой терапии для каждого пациента. Запишитесь на прием прямо сейчас, и очень скоро вы забудете о малейшем недомогании, вновь вернув истинную радость и вкус жизни. Медицинский центр «Новый лекарь». Мы всегда рядом.